Во Владивостоке прошло долгожданное открытие катка на стадионе «Авангард». Спустя несколько лет ремонтов жители города смогли вновь встать на коньки в любимом месте. Рада катку очень. Давно его не было. Хоть кое-как стоим, ну, на этих лыжах, на этих коньках. Но вот пришли, пробуем. Так что, ну, понравилось очень. Очень атмосферно все. Этот каток, во-первых, больше. Во-вторых, тут очень сильная энергетика. В-третьих, у нас есть прокат коньков, горячий чай. Вкусная выпечка тоже есть. В общем, у нас всего понемножку, но в то же время много. Поэтому приходите, веселитесь. Атмосфера хорошая, музыка приятная, люди приятные. Все замечательно. На стадионе звучала музыка, выступали творческие коллективы и аниматоры. Посетители фотографировались на фоне светящихся цифр и баннера с надписью «Владивосток». Все были рады открытию катка и передали жителям Приморского края поздравления с наступающим Новым годом. Поздравляем Приморье с Новым годом! Желаем счастья, здоровья! Личного благополучия, семейного счастья, всех благ на работе, высокого карьерного роста, всем удачи! Я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать удачи, исполнения желаний всем в Новом году. Ну и поздравить всех своих близких тоже с праздником. Поздравляем от всей души вас с наступающим годом дракона. Желаем всего самого наилучшего. Пусть этот год будет самым светлым, незабываемым, самым радостным и прекрасным. И приходите отмечать Новый год, конечно же, на наш каток. Отметим, бесплатный каток на стадионе «Авангард» будет работать все новогодние праздники, но график работы пока не утвержден. Предварительно с 10 утра до 21 часа. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.